На должности второго лица дорожной инфраструктуры страны Дэвис Забулионис проработал всего год. И он далеко не первый высокий чин, который стал жертвой чисток госсектора. За 2 месяца с теплых кресел согнали все руководство железных дорог, главу гражданской авиации, директора госпредприятия, инфраструктура. Компрометирующую информацию традиционно предоставила служба спецрасследований. Что именно вменяет чиновнику антикоррупционное ведомство, не пояснило. Однако министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюрис, подписывая распоряжение об отставке, заявил, что на госслужащих такого ранга не может быть и тени подозрений. Только увольнением Забулионис, судя по всему, не отделается. Его действия проверит Генпрокуратура.